YouTube-канал «Полезные советы» и Лена Раста представляют вашему вниманию путешествие по картинам из цикла «Шаманские путешествия». Картина 12. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Полезные советы». Меня зовут Лена Раста. И мы продолжаем наше путешествие в картины художницы Сьюзен Сиден Буллетт. Сегодня следующая картина – это путешествие, женское путешествие. У нас есть более мужские путешествия, более женские. Вот предыдущее путешествие было таким мужским. Это путешествие женское. Здесь речь пойдет о поддержке именно женской энергии. Твоя мечта – прекрасная огненная птица. Она выжжет твою неуверенность, как выжигает пламя сухой мусор. Она расправит свои яркие крылья. Твоя мечта – жар птица. Она всегда здесь, совсем рядом. В твоих глазах отражается ее свет. У шаманов разные глаза. Одним глазом шаман видит то, что находится снаружи, а другим – то, что внутри. Посмотри. Твоя жар-птица все еще ждет, когда ты о ней вспомнишь. Она нетерпеливо машет своими крыльями. Так сильно, что ее перья иногда находят другие люди. Одно такое перо делает светлой даже самую темную ночь. Твоя мечта – это яркая сказка, которую ты рассказываешь для того, чтобы она превратилась в реальность. Твоя сказка становится все более яркой. Она начинает светиться. Твои глаза светятся ее светом. Твоя мечта – прекрасная огненная птица. Это жар-птица. Это птица-феникс, которая возрождается на пепелище сгоревших иллюзий. Возрождается, чтобы сохранить живую твою мечту. Особенную мечту. Что это за мечта? Спроси у своей птицы. Она знает. Эта медитация будет очень полезна тем женщинам, которые находятся сейчас в состоянии такого упадка после каких-то стрессов, после каких-то разочарований, для того, чтобы вспомнить, какое оно, твое ресурсное состояние, твоя особенная женская сила. Полезно поговорить со своей мечтой, которая всегда живет внутри каждой из нас. Вспомнить о том, что ты хочешь на самом деле, всем своим существом. И тогда мечта сама подскажет тебе то направление, по которому тебе нужно двигаться.